Да здравствуют реформы! Ахмадинежад, прощай, скандируют жители Тегерана, шумно празднуя на улицах оглушительную победу на выборах Хасана Рухани, который для иранцев стал символом перемен. Рухани в пух и прах разбил консерваторов, набрав с первой попытки более 50% голосов. Он гарантировал народу свободу, обещал вернуть этику в политику, поднять с колен экономику и наладить отношения с остальным миром. Народ проголосовал. Поддержка бывших президентов Рафсан Джани и Хатами, особенно в последние несколько дней, и самоотвод Арефа, все это воодушевило страну и позволило этим выборам открыть дорогу реформаторам. США, которые называли эти выборы непрозрачными, уже заявили, что не ставят под сомнение их результат. В унисон с Великобританией Штаты выказали надежду на то, что новый президент Ирана сдержит свои предвыборные обещания. Конечно, в первую очередь Запад интересует будущее иранского ядерного досье, но для того, чтобы изменить курс, Рухани придется убедить в этом верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аятолла на выборах поддерживал кандидата-консерватора, но уже поздравил Рухани с победой, сказав, что теперь избраннику можно задуматься о путях решения проблем своего народа. Следующий ход за Рухани. Он вступает в должность в августе.